В этом видео я вам расскажу о аккумуляторе и где расположена сим-карта с картой памяти. Так, раскрываем корпус. Раскрывается у нас нажатием на вот этот ползунок небольшой. Крышечка отходит. Вот она, крышечка металлическая. Аккумулятор. Снимаем аккумулятор. Здесь контакты находятся. Аккумулятор на 1300 мА. По моим ощущениям, можно было сделать и на 1500, но это уже к разработчикам больше. Аккумулятор. Значит, карта памяти находится в нижней части. Вот таким способом мы раскрываем. Вот она карточка. Карточка моя здесь. В комплекте будет на 8 гигабайт. В данном случае это я свою поставил карточку. Вкладываем. Закрываем. И защелкиваем. Сим-карта находится сверху, просто вкладывается в верхнюю часть корпуса. Как-то немножко странно, то есть получается, что горячей замены карты памяти не предусмотрено. Но с другой стороны, если идет в комплекте на 8 гигабайт, плюс еще память на самом аппарате есть, в принципе, нет смысла особенно заморачиваться с заменой карты памяти. Устанавливаем обратно. В пазы вот здесь вот раз, два и защелкиваем. Так, плохо защелкнулся. Вот что касается работы и насколько долго он держит аккумулятор, держит заряд аккумулятора, я думаю, что без проблем держит он примерно где-то дня два. Вот, ну, если уж совсем мучить телефон, то где-то день-полтора. Ну, то есть, в целом, стандартно для телефонов на операционной системе Android, где-то 1-2 дня, вот в целом получается так где-то. А музыку можно долго слушать, ну, по крайней мере, в течение, наверное, часов 5-6 точно. Включается относительно быстро, тем более есть специальный режим в телефоне, это Fast Boot. То есть, мы ставим галочку в настройках и у нас выключается телефон буквально за секунду, а также он включается буквально, ну, секунд 5, наверное. Вот, это тоже новая технология от HTC. Все, всем спасибо. Пока-пока.